На букву смотри, уехал со средней линии. Смотри, въехала хорошо, а сместилась потом. Ну давай, начинайте. Активнее рысь, чуть активнее. Там 4 минуты, можно потрудиться, потерпеть. На среднюю линию смотрим. Поворачиваем, никак получится, а 10 метров. Молодец, активнее рысь. Подталкивай, подталкивай. Хвостик есть у тебя, если ноги не хватает. Хорошо. Андрей, нужно научиться. Активнее рысь. Не доехала немножко до средней линии. На меня смотри. Назад корпус удобнее будет. Очень зажатая посадка. Очень тяжело с такой посадкой, в принципе, ездить. Где стремя у нас опять? Где стремя? Хотя следить за буквами, за лошадью, за ногами, за посадкой одновременно практически невозможно. Ну, на меня смотри, я средняя линия, молодец. Чуть активнее движение. Хорошо, достаточно постановления для плеча, сильнее не надо голову сворачивать. На меня смотри, не доехала до средней линии, смотри сколько. На букву смотрим, Ангелинку, да, мы ей должны приехать. Хорошо. Чуть активнее движение, Ангелин. Но это очень такая рысь вялая. Очень вялая рысь. Ангелин, дальше рысью-то. Ну, рысью. Прибавленная рысь. Ну, поехал, поехал, ничего страшного. Прибавленная рысь, да. До второй буквы. Нашла вторую букву, вышла на диагональ, поехали, молодец. Наизусть езду знает, извините, он там у перехода. Сократила. Хорошо. Средний шаг у нас чуть активнее здесь идем. Сильно повод не бросаем. Это прибавленный шаг, ты бросила повод. Активнее движение. Вот. Молодец. А вот здесь отдала, да, чтобы он максимально вытянул шею. Ну, он реально знает схему, молодец. Так уже сколько на нем ездили. Хороший шаг, очень хорошее положение. Подталкиваем, подталкиваем, не даем сокращаться раньше времени. Подбираем повод быстренько. Раз, два, покороче, быстренько подбираем. Два движения. В угол заходим, в угол заходим. Посмотри. Думаешь о подъеме раньше времени? Подъем. Не надо думать раньше времени об элементе. Тихо, тихо, наклоняйся. Правый повод возьми. Молодец, на среднюю букву смотрим. Галоп, вот здесь внимательно, контргалоп, это важно. Сейчас левое постановление, правый шенкель толкает. Правая нога толкает. Переход назад, корпус, хорошо, подъем. Правое постановление. Здесь от первой буквы прибавляем, поэтому надо поглубже зайти в угол. Сокращай. Хорошо. Нашла среднюю линию. Молодец. Вот, и не торопись. Хорошо. Направо лучше нашла среднюю линию. Чуть зад отстал. Галоп. Здесь галоп, помнишь? Контргалоп. Галоп. Нога работает, чтобы не перешел в рысь. Шаг назад. Короткий галоп, короткий, не несемся. Молодец.
Не несемся. Он на выезд, быстрее бежит, не разрешай. Менка. Молодец, отлично. Средняя линия нашла меня, едешь на меня. На их остановка. Не забудь. Ну что, умница. Привет.